У Гомельской областной дзяржаўнай инспекции почали вести трансляции теоретичного экзамена по правилах дорожного руху. Поназирать за ходом проведения выпробования в режиме реального часу может любой жадаючи. Монитор размещен у будинку управления ДАИ, амаль насупраць уваходу у экзаменационную залу. На экране транслюется помешкание с удельниками тестирования. Можно поназирать сябрам и родным. Однако у большей ступени нововведение зроблено для будущих водителей, яких еще чакает выпробования. Человек идет на экзамен и не знает, как он будет проходить, какие места, где эти места. Благодаря установке монитора можно побороть этот психологический фактор, ну и хотя бы иметь какие-то начальные даже понятия о том, как проходит данный экзамен.